В избирательной комиссии Ненецкого округа стартовали дни открытых дверей. Специалисты избиркома принимают у себя в гостях молодых избирателей, тех, кто уже имеет право голосовать, и тех, кто еще только изучает свое право на выбор. Главный куратор дней открытых дверей, секретарь окружного избиркома Лариса Свиридова, отмечает положительные тенденции последних лет. Молодые люди начали активно проявлять свою гражданскую позицию и, главное, понимать, что у них есть право на выбор. Приходит к нам уже 4-й год подряд. Мы всегда проводим дни открытых дверей для того, чтобы проинформировать молодых избирателей, как работает избирательная комиссия, какие у нас есть этапы избирательной кампании, какие выборы на этот год у нас состоятся. И самое главное, поговорить о их самом главном праве, которое мы подчеркиваем всегда, праве на выбор. В избиркоме уже успели побывать ученики 3-й школы и студенты социально-гуманитарного колледжа. Ребятам устроили экскурсию, в ходе которой они побывали в сердце избиркома серверной, куда стекаются итоги голосования. Здесь они узнали, как работает государственная информационная система, предназначенная для автоматизации избирательных действий. В рамках акции, приуроченной ко Дню молодого избирателя, члены избиркома проведут еще множество мероприятий, в том числе ряд открытых уроков «Право на выбор» в школах и специальных образовательных учреждениях.